Разлитая опь, водоемы, лужи и нагрянувшее тепло – идеальный климат для зарождения новой партии летающих вампиров. А еще недавно горожанам сообщали, что дожди уничтожат комаров каплями. Да, было такое. И на улице говорили, и в интернете где-то читала, но это все пока что неправда. Фантастикой такой прогноз считает и преподаватель Алтайского госуниверситета. Самка, которая может жить месяц, то есть за свою жизнь она кусает несколько раз. Затем самка откладывает яйца в воду. Температура воды, чтобы у нас быстро жизненный цикл, то есть если температура высокая, то он проходит быстрее. Если температура холодная, то если он либо забирает, то вообще может быть двигаться там 5 градусов условно, да, почему у нас в горах нет. Биолог считает, что комаров станет только больше. Ну нет, в прошлом году их было куда меньше. В этом больше не мешают. Комаров много? Ну, я как бы приезжий еще человек, не житель города. Но комаров очень много. Особенно по вечерам, особенно в парках. Ну, как тут можно говорить, надоели, не надоели? Пищевую цепочку никто не отменял. Поэтому они, конечно же, создают дискомфорт. Но в целом это необходимо. Птичкам надо что-то кушать. В лицо лезут! Тихо. Заметила, что стало очень много, даже там, где их раньше не было. Мне кажется, в Бару раньше как-то не было, а сейчас вот мы выехали, нас прям там съели. По мнению специалиста, голод может заставить комара пренебрегать собственной безопасностью, следуя природным инстинктам размножения. Мы взрослые, да, люди. Неделю поголодай, и даже поганки есть будешь. Это, конечно, шутка, но даже если вы попрыгали с чем-то очень-очень вонючим, чтобы отпугнуть комаров, и вы прочитали самое эффективное средство, но степень голодности комара может быть разной, поэтому даже невкусного человека приходится есть. Комаров привлекает тепло тела, поэтому одеваемся в белое, меньше нагревается. Облегчение стоит ждать только в июле, когда комаров начнут поедать стрижи, ласточки и стрекозы. Жить можно, есть репелленты, есть всякие там, я не знаю, спирали какие-то дымящиеся. Но в конце концов, 21 век, ну пожалейте вы этих комаров. Это, понимаете, это природная необходимость. Это необходимость, поэтому пусть будут все и комары, и птицы. Дарья Ерошина, Владислав Ковалев. День с толком.